Побыть подмастерьем парикмахера или каменщика, поработать на виртуальном комбайне или бульдозере. Такую возможность дает старшеклассникам Шебекинский ремесленный техникум. Он проводит для профориентации школьников ярмарки специальностей. Насколько успешно, выясняла Екатерина Ковалева. Студенты Шебекинского агротехнического ремесленного техникума подготовили презентацию своих специальностей. А чтобы абитуриенты больше узнали о рабочих буднях, их допустили в святая святых – мастерские техникума. Мы проводим различного рода профориентационные игры по станциям, где школьники 9-11 классов, побывав в мастерских, пробуют себя в роли студентов-каменщиков, электромонтеров, сварщиков. А также водители сельскохозяйственных машин. Эта хрупкая девушка Евгения уже крепко держится за баранку тяжелой техники. Тренажерная машина не таких внушительных размеров, как настоящая, но работа на ней максимально приближена к реальной. Как будто по-настоящему едешь по полю этому, собираешь все, урожай. Это. На такой технике как-то едешь вообще классно. Она такая большая, прямо мощная, все вот это видишь, так, ну, захватывает, конечно. На то и расчет, чтобы захватывало до глубины души. И выбор пал на эту из представленных специальностей. В этой мастерской срезают колосья и укладывают их в стога. А в этой срезают волосы и укладывают их в красивую прическу. Так, вот здесь вот дальше плети вот до конца. Диана давно мечтает стать парикмахером. Еще в детстве она любила делать куклам прически. Да и до сих пор продолжает экспериментировать с игрушечными моделями. Сегодня на мастер-классе она освоила новую технику – плетение французской косы. Вроде получается. Обычный колосок плетем вот так, а этот колосок под низ берем. На парикмахер я хочу поступить, потому что нравится мне работать вот с волосами. С самого детства начала учиться, плести, пытаюсь добиться своей цели. На ярмарке вакансий учебных мест можно было познакомиться со специальностями других средних учебных заведений области. Главная изюминка таких экскурсий в том, что они позволяют старшеклассникам пощупать профессию руками, погрузиться в нее и, возможно, полюбить. А значит, сделать осознанный выбор. Екатерина Ковалева, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогорья.